Вкусную карту Алтайского края в жанре фуд-арт сегодня изготавливают в Барнауле. Делают ее из сыра. Для приготовления используют больше 20 сортов этого продукта. На работу уйдет не меньше 5-6 часов. Организаторы уверены, их задумка попадет в книгу рекордов Гиннесса. Алтайский край и его сложный рельеф, горы, реки, степи – все изобразят на этой карте с помощью сыра. А его здесь около 45 килограммов. Из козьего молока и коровьего – сычужные, мягкие и твердые. Разных цветов в зависимости от добавок. Например, базилика, паприки, сушеных томатов, оливок. Именно эти цвета позволят сделать карту более реалистичной. Также выделим населенные пункты, попробуем построить дома, разместить и обозначить реки. Дороги. Камамбером мы будем завершать этапы строения городов, обозначать города, потому что сыр в условиях комнатной температуры лежит очень недолго. Важно, чтобы сыр не начал плавиться заранее, поэтому в помещении пока временно выключили отопление. Изготовление карты продолжается и в эти минуты. Кстати, зафиксировать события сюда приедут сегодня представители книги рекордов Гиннесса. Карта будет размером почти 9 квадратных метров, примерно как типовая кухня в многоэтажке. Акцию инициировала Сибирская федерация рестораторов и ательеров. Праздник приурочили к столетию начала экспорта алтайских сыров. Понаблюдать за созданием уникального сырного полотна приедут известные гости, спортсмены, актеры кино, музыканты, представители бизнеса. Лучшие сыры сегодня будут проданы, а все вырученные средства пойдут на благотворительность. Помощь окажут алтайским детям-отказникам.